Приветствую всех подписчиков гостевого канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня хочу поделиться с вами игрой. Называется «Банана», где я абсолютно без вложений сижу. Здесь собираю бананы, продаю их. Ну, а потом, как будет минималка, естественно, выводить их. Значит, кого заинтересует, перейдя по ссылочке, попадете на такую страничку, кликаете play. Захожу сюда 1-2 раза в день. Много времени не требуется. Здесь вот, ну, типа таполка, да? Кликать. Бананы буду собирать. Далее, что я делаю? Раз в день или выпадают вот эти бустеры, можно заходить, сокращать время 2 раза в день или как там, можно и больше заходить. У меня на данный момент 6 этих бустеров. Для что тут я покликаю, сколько мне надо, 630 кликов этих сделать, таполок этих. Далее, что я делаю, друзья? Кликаю вот сюда на вкладочку. Упс. Мне дали 1 банан. После чего я кликаю вот сюда. Далее сюда. Идет вот эта рекламка. Меня зацепило как-то. Правда, минималку не знаю уж, когда здесь не берешь. Хоть она и небольшая, но тем не менее. Вот. На любителя. Хотите, заходите. Не хотите, пройдите мимо. Сейчас просмотрим эту рекламку. Все. Вот такой мне банан дали. И вот немножечко копеек. Видим, вот здесь как бы. Оп, надо поделиться, делимся. Вот она, реферальная ссылочка, как бы, да? Ой, так, где этот банан мои? Так, далее что еще могу раз зайти? Опять жду рекламку. Давайте обождем. Покажу вам чисто мои действия, что я здесь делаю. Продам также 1 банан. Я вчера не стала продавать. Видео запишу, покажу видео, как это все тут делается. Вот еще мне дали. Видите, немножечко тоже копеек. Кликаю. Опять надо поделиться. Делимся. Так, возвращаюсь опять я. И что? Пошел таймер. Это я потом прокликаю здесь. Видим, 8 часов. Также здесь есть вот этот бустер. Можно сократить время. Здесь 7 часов. 7.57. Ну, 8, да? И здесь 3.58, но 4. С 7 часов до 4. Можно сократить время. Я обычно с утра сокращаю. И видим, у меня таймер изменился. И через 4 часа я смогу опять зайти. Вот. Так, вот это домашняя страничка. Это здесь. Далее, здесь выполняем задачи. Здесь можно раз в день 3 задания как бы выполнять. Подписываться и все такое. Ежедневные задачи. За это нам дают тоже бананов. Далее здесь приглашать друзей. Реферальная ссылка, скопировали. Возвращаюсь на домашнюю страничку. Значит, это я все вам показала. И вот это я вам показала. Здесь, если я кликну, нас перебросит на их. Посмотрите, более 3 миллионов участников. Вот.
Так, возвращаюсь. Ну, типа, информация, канал, что ли. Далее что? Вот эта вкладочка. Я ее кликаю сюда. И что? Вот здесь наши бананы, которые нам дают. У меня на балансе 2 цента. И видим, вот этот банан мне вчера выпал. Я его не стала продавать. Дают бананы. И вот этот можно продать. Видите, 1 цент здесь. И вот этот 1 цент мне упадет на баланс вывода. Вот они. Я эти бананы не трогаю. Потому что здесь нету денег. Как бы. Далее здесь может выпасть вот такой, например, банан. Сразу 500 монет на вывод, да? Что скорее навряд ли такое и выпадет, я так думаю. Далее 100. Ну вот USDT. 10 USDT, 1 USDT хотя бы выпал. Что тоже маловероятно. Давайте покажу, как продавать. Значит, смотрите, у меня на балансе 2 цента. 0.02 USDT. Кликаю вот сюда, на синюю вот эту. Все. Потом кликаю сюда. И вот 315 бананов и 0.01 цент. Confirm. Все. И видим, у меня на балансе стало 3 цента. Так. Далее вот это кликаем. Вывод. Минималка на вывод здесь 0.5 USDT. 50 центов. Кошелек я уже законнектила. Как будет что выводить? По одному центу, конечно, это будет очень долго. Вот. Ну вот, как-то так. Такая вот игра. Ничего сложного. Здесь даже вкладки депозита вроде как я и не нашла. Но здесь что? Обновить страничку. Условия использования. Политика конфиденциальности. Вот. Надо обновить как бы. Вот. И то, что мы собираем бананы, вот сюда капает тоже. Ну там очень такой мизер. Вот здесь вот. Вот. И тут вот так я... Вот это крутится. Вот то, что я тапаю. Вот. Выпадают бустеры, бывают. И они капают вот сюда. Вот. Это, конечно, очень долго. А вот это вот эти бананы. Разбиралась я здесь все методом тыка. Как бы. Вот. И тапаю вот раз в день. Было вот 600, сколько у меня, да? Вот видите, бустер. Упс. Сюда 6 штук стало. Опять. Вот. Ну, вот как-то так. Кому интересно, заходите. Играйте. Неинтересно, друзья, пройдите мимо. Ну, на этом буду заканчивать. Вот. За окном у меня шумно, дорогу делают. Ну, как-то так. Как наберу минималку. Ну, народу очень много, более 3 миллионов подписчиков, вот этих участников. Вот. Ну, и видео тоже, ну, вот, видим, да? Опять мне эта штучка выпала. Кликаю, ждем рекламку. Потом через 4 часа я опять зайду уже. Вот, и опять вот будет мне вот, вот эту рекламку я просмотрю. Банан дадут. Там посмотрим. Будет там копейки какие. Так бы интересно было проверить на вывод. Выводил кто отсюда, не выводил. Не знаю, но по одному центу. Это, конечно, вот опять мне копеечка капнула. У меня уже 7 бустеров вот этих. Что мне здесь?
Ну и ничего у меня здесь. Здесь вот монетки эти USDT по нулям, все. Вот. Ну теперь уже точно все. Всем удачи, всем пока.